send me signal. Wow, this send me signal. Wow, this anyway. Say, body, money, wake up. Всем привет, все как всегда, энергия на связи. Как ваше настроение? Пишите комментарии. Очень интересно почитать. Как у меня делишки, как вообще день, чем будем заниматься, чем уже позанимались и тому подобное. Погнали, все рассказываю. Короче, мне поступило несколько вариантов, где я могу жить. Мне написала одна из Монако. Зачем мне солнце, Монако, когда я дома под лампой? Я и, собственно, это я писал. Ну да, понять, что как бы, тем более там погода. А мы сейчас узнаем. Верочка, а какая погода в Монако? Переменная облачность, температура 22 градуса. In Monaco. Ну, я сказал, in Monaco. Монако в сраку. Не едем мы в Монако, не-не-не. И одна мне написала в Душанбе. Таджикистан, все дела. Я посмотрел, погода охреневающая у них. Плюс 32, если мне не изменяет память. Я подумал, может туда рвануть? Там у них дыни, столько фруктов. Ёшки-матрёшки, прикиньте. Сейчас у нас что, 23 сентября, там плюс 32, вы прикиньте. Охренеть можно. А все куда-то рвутся, Майами. Зачем? Можно туда поехать. И погода классная, и люди замечательные. Ну, я не знаю насчет людей. Я же ее не знаю, она мне только написала. Как думаете, если я с ней буду жить, подойдет мне или нет? Ну, не знаю, да? Во-первых, надо узнать человека, правильно? Может быть, она на меня какой-то глаз положила, правильно? И что-то она хочет со мной сделать. Понятное дело, что-то я туда не поеду. А если будет все нормально, можем, да? Ну, вместе просто жить не будем. Она, допустим, не будет привозить, да, там, фруктики мне готовить и тому подобное. А будет жить, допустим, там, в соседнем квартале. На этих условиях я готов поехать. Ну, как говорится, я вас держу в курсе всех событий, правильно? Не каких-то определенных, маленьких, да? А вот все, что со мной происходит в жизни, я сразу вам рассказываю. Поэтому смотрите, потому что вы меня вроде не цените, не любите, а я потом раз и уехал, и все. Угу. И видосов больше не будет, понимаете? И что вы будете делать? Вот кого вы будете смотреть? Кого? Алешу соседнего села? Угу. Или Гену в будке, понимаете? Некого смотреть, а вы говорите. А потом, допустим, прикиньте, если не будет видосов. Соответственно, кому будете писать тупые комментарии? А не так много блогеров, понимаете? Другие не читают, а я читаю, отвечаю. Видите? Конечно. Поэтому надо меня любить и ценить. И до безумия уважать. Вон один мне написал. Забыл, как у него ник. Он какой-то вообще странный. У него же как-то башня на работу, я не знаю, я бы ему лет 95 дал. Он пишет, уже, говорит, неинтересно, говорит. Отписываюсь. Как будто раньше было интересно. Вообще странный какой-то. Я ему, естественно, сказал, что как бы калитка открыта, я ж тебя не держу. Если раньше, когда он только подписался, я его привязал к калитке, он вел себя спокойно, но он сбежать не мог. То в том, как говорится, я решил распустить зверей. Я его отвязал. Я говорю, если ты хочешь, беги. Я говорю, ну знай, обратной дороги не будет. Я говорю, я тебя обратно не приютю. Я говорю, оставишься там, куда убежал. Я говорю, так смотри. Ну не знаю, он молчит. Странный, даже мне ничего не ответил. Непонятно. Значит, чем мы сегодня с вами будем заниматься? Меня пригласила Людочка в эту. Отметить там. Ей там какая-то к ней приехала сестра. Бред какой-то полнейший. Она типа наврала своей сестре, что у нее есть парень. И она меня попросила, чтобы типа я поехал к ней. Ну и типа там часок типа тру-ля-ля. Ну типа если меня будут спрашивать, типа вы встречаетесь, бред этот. Я говорю, Люд, я говорю, ты пойми, я говорю, ну, мы с тобой не пара. Я говорю, понимаешь, я говорю, ты не в моем вкусе. Ну, при всем желании. Ну, она говорит, да просто мне подыграй. Я говорю, ни хрена, если не скажешь там обниматься,
Я говорю, ты что, совсем? Я говорю, что я буду делать? Я говорю, скажу, что типа, ты сегодня наказана или что? Или мы с тобой поругались или что? Или что, что случилось? Насчет вот этого она, конечно, не продумала. Сидит, молчит. Я говорю, вот видишь, я говорю, зададут, а если я говорю, они скажут, давай типа этот, губа-губу. Я говорю, и чего? Все. Я говорю, ты совсем с ума сошла? Я говорю, а потом кто-то увидит, они подумают, что мы реально встречаемся. Я говорю, понимаешь? Я говорю, это жесть. Я говорю, одно дело с Пенелопой Круз, а второе дело, говорю, ну, сама понимаешь. Она говорит, ты просто подыграешь. Я говорю, я не умею так играть. Я говорю, я не такой актер. Я говорю, я, конечно, там какие-то роли могу там исполнить, такие легенькие. Я говорю, ну что, погружаться основано на реальных событиях, да? Смотреть до конца. Я говорю, я не знаю, я думаю, я не потяну, блин. Ну, не знаю. Единственное, что меня как бы, да, сподвигло к ней поехать, это еда. Потому что она мне рассказала, что будет. Она говорит, там поросенок запеченный, там еще. Я просто чисто из уважения к поросенку еду. Не из уважения к ней, а к поросенку, потому что я реально пожрать хочу нормально. Там еще картошечка будет. Я подумал, что нормально. Поэтому, видите, я решил сегодня не наедаться. Грубо говоря, просто вот такая мизерная порция. Просто чисто перекус, легкий-легкий. Соответственно, чтобы желудок не набивать. Чтобы там больше уместилось. Но если она меня обманула, что там поросенка не будет, и приготовит какую-то бурду, да, и там кроме бормотухи ничего не будет. Я не знаю, я соберусь просто, хлопну дверью и уйду, потому что мне это не надо. Скажу, типа, что мы поругались, а она пусть там сестре доказывает. Ну, потому что это не дело. Кстати, ни хрена, муха, прикиньте, села опять на телефон, ты задолбала? Я, прикиньте, не могу ее второй день выгнать. Это вообще жесть какой-то. Какой-то, говорю, какая-то. Какой-то. Какой-то, говорит. Я, прикиньте, вчера, короче, сидел в стриме. Я же вечером выхожу в стримы. Кстати, кто мне в курсе, вечером не заходите ко мне ни в коем случае. Потому что и так очень много комментариев. Вы меня и так злите, ну, бред пишете, да? Соответственно, я начинаю сердиться, как говорится, да? Выхожу и вхожу в себя. Прям в прямом эфире, да? Поэтому лучше никто пусть не заходит. Как было раньше. Я когда выходил в стрим, был один человек. Он мне напишет какую-то чушь. Меня оскорбит и все. И сразу резко выходит. Я им даже не успеваю ответить. И я потом сижу один чаечек пью, кайфую. Но написано «Вы», вот здесь сверху, «Вы в эфире». Я поначалу смотрю, всегда ноль людей у меня. Ну, нормально. Потом смотрю, написано «Вы в эфире». Я думал, что это просто я в камеру смотрю. Оказалось, нет. Я в эфире. Пойди, типа, все нормально. Я думал, может, я бы просто забыл в эфир выйти. Просто сижу, типа, на камеру, на себя смотрю, короче. Оказалось, нет, все в порядке. Ну, как я понял, лучше, когда ноль людей, чем когда много. Потому что один зайдет, напишет бред, второй поддержит, третий начинает почему-то плакать, и там понеслось. Очень все жестко. На самом деле, не совсем понимаю, зачем эти комментарии, да? Надо их как-то отключить. А так вы зашли, комментарии не можете писать. Я, соответственно, говорю, а вы не можете меня перебивать. Потому что я только начинаю свою мысль, да меня тоже на самом деле бесит. А я только мысль начинаю, вы пишете 500 комментариев. Понятное дело, что я сбиваюсь, я же не могу на все комментарии сразу отвечать. Отвечая на один, получается нет. Отвечая на второй и тому подобное, понимаете? Нет. Поэтому надо на комментарии отключать. Хорошего понемножку. Или как многие задают один и тот же вопрос 500 тысяч лет. Раз ему ответил, 2, 3, 5, 10. Думаю, ну он, блин, глухой, что ли, или что? Я смотрю ближайшая запись. Ухо, горло, нос.
его записываю, а он выходит. Я говорю, бро, ты подожди, у тебя, я говорю, запись завтра на 10. Я говорю, ты куда? А он вышел, и все. Ему уже не интересно. А то, что запись пропадает, и он, как говорится, подставляет других людей, потому что он не пойдет, запись-то осталась. Ну, соответственно, другой человек, который нуждается, уже не может записаться. А ближайшая запись через полгода. Человек ждал полгода, еще полгода подождет. А там уже и ухо прошло. Как говорится, так и живем. Всех обнял, всех поднял. Люблю, целую. Мне же надо собираться, в конце концов, иначе я никуда не успею. Значит, скоро с вами увидимся, как я понял. Ждите новые видосы.